Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Я думаю, максимально неожиданно вам сейчас увидеть мою родную сестру Полину. Всем привет, ребята! Я тоже очень рада видеть вас тут. На этом красном фоне. Это максимально неожиданно, но я решила попробовать снимать немножечко разнообразный контент. По крайней мере, хочу попробовать что-то новое в своей давней рубрике «Мистические истории». И в этом видео главным гостем будет Полина. Сегодня утром мы с Кариной вспомнили одну страшную историю из нашей жизни, но в основном эта история моя, потому что Карина появилась только в конце. Да, именно поэтому я тоже буду добавлять эту историю от себя, но главной героиней будет Полина, и она будет сидеть одна сегодня перед вами и делиться с вами своей мистической историей, но я, естественно, тоже появлюсь в этом видео еще не один раз, потому что я тоже причастна к этой истории, как бы не мельком, и я видела сам трэш происходящего, поэтому... Мы надеемся, что вам понравится это видео и сама история. И также, если вы еще не подписаны на наши каналы, то подпишитесь обязательно, и также в описании будет ссылка на мой канал. Полина создала канал, и она тоже снимает очень крутые видосики, но, к сожалению, пока что не так часто, как хотелось бы, но я обещаю, что скоро мы с Полиной этим займемся, я буду ей в этом очень сильно помогать. Да, как Полина сказала, подписывайтесь, нажимайте на красные кнопочки, нажимайте на... колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеру. Ну а я на некоторое время с вами прощаюсь. Дальше историю будет рассказывать Полина. Мы можем начинать. Ребята, сегодня я вторая Карина Аракелян. Я просто в полном шоке, вспомнив эту историю, поэтому если я буду говорить таким голосом, то извините. Начнем с того, что у меня была лучшая подруга Марго, и они жили с семьей в поселке, который они нам, в свою очередь, очень сильно нахваливали и рассказывали нашим родителям, насколько этот поселок крутой. По ихним рассказам, в этом поселке были очень красивые дома, красивые реки большие, в которых в жаркое время можно было купаться и даже загорать. Это было лето, и, как я сказала по рассказам, это был просто поселок мечты, поэтому они нас позвали в гости. Я была очень рада, и я даже уговорила свою сестру Карину поехать с нами, потому что в это время у нее были планы, она их отменила, чтобы поехать в этот поселок мечты. Мы ехали примерно полтора часа, и я очень утомилась, и под конец поездки я заснула в машине. И когда мы приехали, мои родители решили меня не тревожить и разрешили мне поспать. Ну, то есть они не стали меня будить. Я поспала некоторое время, проснулась и из окна машины увидела, как родители собираются гулять по поселку. Они стояли около машины и думали, будить меня или нет. Но я проснулась сама. Родители позвали меня гулять с ними, но Марго и я решили погулять вдвоем. Мы поздоровались, обнялись, и мы решили перед прогулкой пройти к ним в дом. Я посмотрела их дом, участок, оглянулась по сторонам. С первого взгляда мне очень понравился их участок, очень красивый дом снаружи и внутри тоже очень красивый дом. И когда мы все осмотрели, перекусили, мы решили пойти погулять, как и говорили нам родители. Как только она меня вывела из дома, я просто офигела, потому что поселок был настолько крутой, даже круче, чем в их рассказах. Я видела зеленые деревья, пушистые облака, было все настолько красиво, как будто в каких-то сказках в Америке, блин, не знаю. И даже издалека было видно большую речку, про которую нам и рассказывали. И с нетерпением я побежала гулять, но Марго, естественно, побежала за мной. Когда мы где-то гуляли уже минут 20, Марго сказала, что забыла телефон. Я посмотрела в свою сумку и обнаружила мой телефон. Я обрадовалась, что хотя бы мой телефон у меня есть, и нам не придется возвращаться домой. У меня было на тот момент много процентов, я не помню сколько, но у меня было много процентов на телефоне, и мы пошли дальше гулять. Время пролетело настолько незаметно, что мы даже не заметили, как мы гуляем уже полтора часа. Мы гуляли очень долго и даже не заметили, насколько далеко мы ушли от дома. И, как я поняла, родители тоже гуляют, потому что они мне сами это сказали.
И, как я помню, они мне позвонили и сказали, чтобы через 2 часа мы уже были дома и обедали. По-моему, они готовили шашлыки. Но мы забрели настолько далеко, что мы решили не возвращаться, потому что мы увидели заброшенный дом. Ну, а так как мы два ребенка, которым все интересно, мы решили зайти в него. Но перед тем, как рассказывать дальше, я опишу вам этот дом. Он выглядел очень заброшенным и старым, и как будто вот-вот он развалится, но нас это не останавливало. Одно из первого, на что я обратила внимание, это дырявые окна без стек. То есть через них, войдя в дом заброшенный, можно было наблюдать, что творится на улице. Как вы поняли, это был довольно-таки страшный дом, и мы туда зашли. Самое главное, что Марго мне сказала, что этот дом все обходят стороной, и меня это, конечно же, привлекло, так как я любительница страшных историй и сестра королевы страшных историй. Я просто решила туда зайти и осмотреть все. Когда мы зашли, я почувствовала такую атмосферу, и как я думала, мне никогда так не было страшно, но все еще впереди. Нам резко стало холодно, и первое, что внутри этого дома мне попалось на глаза, это вещи, которые лежали на полу. Если я вспомню, я даже скажу, что это. Обувь, фотографии и, самое стрёмное, куклы. Непонятные вещи, которые очень странно выглядели и начали нас пугать. И одну из фотографий, которую мы нашли, это фотография счастливой семьи, но если на нее долго смотреть, то становилось очень страшно. У меня даже сейчас слезы накатываются, потому что я вспомнила эту фотографию. Это было очень страшно, потому что мы долго на протяжении где-то 5 минут смотрели на эту фотографию, и она становилась все страшнее и страшнее. В ужасе, подняв глаза с фотографии, я увидела окно. А за окном был человек в черном, который наблюдал за нами. И когда он увидел, что я его заметила, он резко отвернул голову и сделал вид, что он просто гуляет. Он выглядел очень странно, выглядел как бомж, но он выглядел еще страшнее. У него в руках было что-то непонятное, и я все еще не могу понять, что это. Даже по своим рассказам, когда я вспоминаю, я не могу понять, что это. У него была черная какая-то куртка и кепка, за которой он прятал всегда свой взгляд. Он меня очень напугал, но я решила пока что не говорить об этом Марго. Ну и мы продолжили прогулку по этому дому, хотя мне уже не очень хотелось. И пока мы гуляли на первом этаже, я замечала паутину, пауков и даже мертвых каких-то огромных жуков или даже кошек. Я даже не поняла, что это. Но мы пытались не обращать на это внимания, потому что мы очень сильно были напуганы и так. Накалялась обстановка, и тут мы решили подняться на 2-й этаж. Когда мы поднялись на 2-й этаж, я тут же увидела этого же стрёмного черного человека. Вообще, это был какой-то мужчина в возрасте, и он всегда смотрел на нас. Он как будто знал, на каком мы этаже и где мы вообще, откуда я выгляну и вообще. То, что я заметила, это в этот раз он уже не отводил от меня взгляд. Он меня очень напугал, но я опять же не сказала об этом подруге. И когда мы гуляли на 2-м этаже, все это время мы видели те же самые вещи: фотки, обувь, паутину, пауки. И когда мы оказались в противоположной стороне того окна, в котором я видела того человека, я снова выглянула, и он реально стоял там. Стоял и смотрел на меня. Я уже забила на все, и я решила сказать об этом Марго, потому что реально я настолько испугалась, что это реально это невыносимо просто. И он смотрел на меня своими страшными морщинистыми глазами, и было такое ощущение, что он просто окажется рядом со мной и убьет меня. Я сообщила обо всем Марго, и она в панике сказала, что нужно бежать. Как будто она поняла, про какого я мужчину говорю. Я в панике звоню родителям. Я сначала позвонила маме.
Мама не брала трубку. Я позвонила папе, он взял трубку, но связь оборвалась. В панике я начала обыскивать сумку Марго в надежде, что я найду все-таки у нее телефон. Напоминаю вам, что она думала, что она его забыла дома, но я его нашла. И в истерике просто набираю номер Карины. Карина мне ответила, и, к счастью, связь не оборвалась. Я ей вкратце рассказала всю историю, и она сказала, что она сообщит обо всем родителям, и прямо сейчас они едут за нами. Судя по голосу, Карина офигела, и я задумалась, а как они поймут, где мы? И тут я с облегчением вспомнила, что у моей мамы есть приложение там, где она может отслеживать, где я. И в это время уже потемнело на улице, и мы забились в угол просто в ужасе. И тут, как назло, мы просто начали слышать какие-то ужасные громкие звуки и поняли, что этот человек на первом этаже. Он топал, орал, как будто у него какой-то случился приступ. И тут мы начали слышать шаги. Все бы ничего, но он начал кидаться какими-то тяжелыми вещами, и это было очень-очень страшно. Он буянил и орал, но он, видимо, не понимал, что мы находимся на соседнем верхнем этаже. У нас началась паника, и мы боялись даже шелохнуться и издать какой-то тихий звук. Он орал настолько сильно, как будто он только что сбежал из какой-то психиатрической больницы. Я в панике начала опять набирать номер Карины и хотела спросить, через сколько они будут. Но телефон Марго выключился, и нам стало еще сильнее страшно. И тут из этого большого дырявого окна без стекла мы увидели нашу машину. Он замолчал, и стало очень тихо. В панике родители и Карина, и папа Марго выбегают просто к нам, берут нас на руки и просто несут к машине, потому что мы настолько испуганы, что даже ходить не можем. Нас трясло, мы просто ревели, и на первом этаже этого мужчины уже не было. Я села в машину, и Карина начала допрашивать, что случилось, но у меня уже не было сил говорить. Ну а сейчас я позову Карину в кадр, и она расскажет от своего лица, что было дальше. Вот, ребят, я действительно была в шоке от этой ситуации. Как говорила Полина, эта ситуация произошла этим летом. Мы не думали вообще, что стоит о ней рассказывать. К большому счастью, все обошлось. Я видела этот страх на глазах Полины. И ты, блин, вообще действительно дура, что туда пошла. Но я понимаю, да, в кого растет этот ребенок. То, что я тоже была изначально любопытна. И в моей жизни было очень много всяких мистических ситуаций. И еще один момент я заметила, когда только выходила из этого дома, когда уже мы практически сели в машину, Полина уже сидела там. Я хотела вот-вот захлопнуть дверь и смотрела в сторону дома. Я видела, что за домом, где-то сбоку, какой-то странный мужчина просто убегал. Он дал дёру, и где-то уже на горизонте его было видно, так как лес, около которого находились все дома, в принципе, этот поселок был не такой уж и, знаете, насыщенный. То есть там было очень мало деревьев, и я действительно обратила внимание на то, как какой-то мужик, весь в черном, очень полный и стрёмный, убегает и бежит просто, куда глаза глядят. Я видела его уже вот таким вот мизинчиком, потому что он находился очень далеко, и рассказав Полине его внешний вид, ну, по крайней мере, все то, что я запомнила, она сказала, что это был он. А потом мы доехали до дома, и, естественно, родители решили не выбирать этот поселок. Да, мы подумали, что этот поселок нам не подойдет, потому что в первый же день произошла такая странная мистическая ситуация. Тем более, если бы мы остались жить в этом поселке, то нам бы все равно эта ситуация напоминалась. Я уже говорить не могу, потому что реально... Это очень стрёмно, и я действительно безумно боялась за Полину, когда она мне позвонила и дрожащим голосом, очень тихим, говорила: «Карина, тут какой-то странный парень, мы забрели в какую-то заброшку, помоги мне». Я действительно боялась, мама нашла Полину. Ну да, по специальному приложению. Это максимально стрёмно, непонятно. И, Полин, вообще, мне кажется, вы отчасти виноваты в этой ситуации. Если бы вы не пошли на эту заброшку, этого бы всего не произошло. Но, по крайней мере,
мере, я была просто в шоке, когда мне Полина это все рассказала. И забегая в эту заброшку, да, вот, части я обратила внимание, что там было очень много всяких непонятных вещей. Какие-то ведра, откуда-то капала вода, огромное количество паутины, всякие фотографии, перчатки, что там только не лежало. И зайдя в этот дом буквально на 5 минут для того, чтобы забрать оттуда Полину и Марго, вместе с родителями мы бежали, я поняла, что у меня внутри реально был такой сильнейший страх, и мне сразу стало некомфортно. Хотим вам сказать огромное спасибо за просмотр этого видео, мы действительно очень были напуганы, я представляю, каково было Полине. Это самый настоящий трэш, и просто спасибо вам, ребят, за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Это был трэш. Это был самый настоящий трэш, и неизвестно, что бы мог сделать вообще этот мужчина, блин, если бы не ваши телефоны, если бы вы их забыли. Я не знаю, что бы могло произойти, потому что он реально, как я поняла по рассказам Полины, орал громко, истерил, чем-то кидался. Психически нездоровый человек был явно, но как он забрел в этот поселок, до сих пор остается загадкой. Мы с вами прощаемся, огромное вам спасибо за просмотр этого видео, и всем пока. Пока.